около провинции Скайрон был уничтожен, но силы Протосса заплатили высокую цену за эту победу. Ретор Феникс, герой-правитель храмовников, был убит во время нападения. Конклав, убежденный в том, что его военные хитрости помогут выиграть войну против зергов, начал преследовать собственные цели. Судья Алдаис получил приказ найти и арестовать своенравного Тассадара и доставить его на родину, дабы он предстал перед судом за свою измену. И только с небольшим флотом для защиты Алдаис и Исполнитель отправились в пепельный мир планеты Чар, надеясь, что Тассадар все еще где-то там. Палач, я знаю, ты не хотел покидать Айур в этот мрачный час. И что ты все еще скорбишь о потере своего друга, Феникса. Но помни, что он жил и умер храмовником. Сейчас он достиг конца Кхала. Нет ничего важнее этого. Мы, судьи, рождены, чтобы управлять. Чтобы обеспечить безопасность и будущее нашего народа. Не зерги, а мошенник Тассадар представляет сейчас для нас величайшую угрозу. Если позволить ему распространить порочное влияние темного храмовника на Айуре, все будет потеряно. Мы должны найти его и предать правосудию. Тассадар утверждал, что этот мир был покинут зергами как раз перед вторжением в Айур. Но один раз мы уже совершили ошибку, поверив ему. Будь готов ко всему, палач. Если на этой земле все еще есть зерги, они уже знают о нашем прибытии. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир, и мы начинаем миссию. Что ж, нам дали несколько драгунов, нам дали пару зилотов и дали храмовника. Ей! Все будет круто. Что я хочу сделать, это немножечко прогуляться. Глядь, что у нас здесь есть. Погуляемся мазилками чуть-чуть. Выведем также наших дорогих друзей. И оставим на закуску нашего замечательного храмовника, который будет у нас отвечать на двоечку, весь этот отряд на единичку. Ну что ж, посылаем пока что через атаку. И стараемся, чтобы ни один зелок не погиб. Та-дам! Пока вроде нормально. Что у нас дальше? А дальше у нас ничего хорошего. Минус зерги. Ты-то куда? Давайте вот так. Надеемся, что все будет хорошо. Уничтожаем эту плеточку быстренько. Хопа. Отлично. Так. Зелка надо немножко назад отвертеть. Так, давайте вот сюда пройдем. Не хочу встречаться лишний раз с этими ребятами. Так. Давай ты у нас все-таки отойдешь как-то немножко назад. Хотя, в принципе, можно выбрать их вот так. Я думаю, что сойдет. Надеюсь, нам не придется здесь драться ни с кем. В конкретно данном месте. Аккуратнее, ребята. Так, линги. Фак, линги. Линги — это определенно ничего хорошего. Так, давайте проверим храмовником, есть ли здесь что-нибудь у нас интересное. Оу. Воу. Оу. Как вас здесь много-то. Благо, они тупят и не всегда подходят близко.
Да что, босс? О, у вас здесь много. Так, спускаемся вниз, спускаемся. Как-то так и надо их выманивать, чтобы не потерять всю армию. А то еще выманим здесь всех ребят. А? Тут еще вылез. О, вон они где. А, так, храмовник. Храмовник, давай. Радуй нас всех. Блин, жалко, мало. Ну ладно. Давайте вот сюда храмовником долбанем. Ну или как-то так. Так. Храмовник в ту сторону тоже давай. Кстати, у храмовника сколько там энергии? 140. Это получается на 2. Ну да, примерно. Примерно на 2. Выстрела. По идее, должно хватить. Здесь никого нет, я надеюсь. Здесь вроде никого нет. Так, куда мы дошли? Оба-на! Мы дошли! Алтарис, палач. Как вы здесь оказались? Я уже было оставил всякую надежду спастись. Я пришел, чтобы арестовать тебя и вернуть на Айур. Арестовать меня? Айур сжигают церкви, а вы проделали этот путь, чтобы арестовать меня. Не позволяем добраться до тебя. Со мной такое случалось. Кто этот человек? Тассадар. Мое имя Джим Рейнар, и я никому не позволю захватить себя, даже вам, Протос. Замечательно, Тассадар. Я теряюсь в догадках, кого я увижу рядом с тобой в следующий раз. Может, Зерга? Палач, приготовьтесь взять Тассадара в заточение. Палач, подождите. Я не знаю, что они вам про меня сказали, но все, что я сделал во благо Айура. Помогите мне найти Зератула и его темных храмовников. Они одни смогут уничтожить мозг высшего разума. Если мы победим, я с радостью добровольно сдамся суду Конклава. Немыслимо. Ты хочешь, чтобы мы, как и ты, встали на сторону падших? Ты совсем потерял разум, Тассадар. Вам следует говорить о них с уважением, Алдарис. Палач, я могу многое объяснить, если вы только поможете мне найти Зератула. Ну что ж, давайте попробуем это сделать. Ну а попутно объединим наших красивых друзей в один большой шарик. Слейтесь, братья. Что ж, шарик у нас продолжает сливаться. У нас с вами теперь много зилотов, есть пробки. Почему-то, знаете, мне почему-то кажется, что ничего хорошего не будет на этой планетке. Я не уверен, что мы находимся на самой планете, но окей, мы скорее больше на каком-то непонятном месте. Что-то мне не нравится, что эти ребята пошли вниз. Ну-ка, давайте-ка вот так встанем здесь и не будем их пропускать. А то мне не нравится, когда кто-то ходит. Так, не хватает минералов, да, ну, в принципе, логично, что минералов у нас мало. Давайте пока будем добывать, ладно. Я хотел что-нибудь построить, интересно. Ну, давайте пока на добычу. Потому что есть подозрение, что ничего хорошего здесь не будет. Отлично. Поставим здесь. Поставим здесь. И поставим... О, Квина. Отлично. Квина, падла. Падла Квина. И поставим вот здесь, например. Спасибо, Рейнер. Ты сделал мой день. Ты сделал мой день лучше. Вот наш шарик готов, кстати. Не очень нравится, когда на наших солдат что-то накладывают, но окей. Им виднее, видимо.
Так, давайте сделаем, пока у нас... Хотел сказать, пока у нас есть возможность, но понял, что возможности на самом деле нету, и надо все равно будет строить здесь. Где-нибудь здесь пушечки. И все будет хорошо добываться. Так, нам нужно газ добывать. Главное не добывать его непонятным голосом. Серьезно, ты атакуешь сразу пушку? Умри. Спасибо. Ну, почему-то я примерно такого и ожидал на самом деле, но ладно. Хотя минералов у нас теперь достаточно, дабы построить еще как минимум одну пушку. И... Не знаю, например, пилон, который может нам пригодиться. Здесь минка. Ей, минка. Минка определенно веселая штука. Естественно, нам не хватает минералов. Я только что построил пушку и пилон. Это 250 минералов. Куда тебе? Как ты думаешь, я их истрачу? Так, ну что ж, нам нужно прокачать щиты, и нам нужно прокачать защиту. И также урон. Для всего этого, я думаю, построить вот замечательное здание номер 2 и прокачать сразу две штучки. С минералами у нас, правда, пока проблемки, но надеюсь, ненадолго. Ладно, зергов мы конкретно вот здесь не пропускаем, так что здесь все будет хорошо. Давайте даже на вот этого парня поставим маяк, чтобы они там собирались, и все будет совсем классно. А я думаю поставить вот сюда пушку. Надо как-то организовывать оборону, я думаю. Потихонечку. Наша задача вернуть наших ребят сюда, но как видите, здесь уже есть муты. У меня такое подозрение, что на пути назад, скажем так, и полно врагов. И окей. В общем, это плохое подозрение, но мне кажется, оно правильное. Так, я думаю, сейчас еще впилим сюда еще одну пушку, и можно будет нормально оборонять все это дело. Ой, простите. Это была не пушка. Это была не пушка. Все, иди добывай минералы, друг. Теперь ты можешь заняться нормальной работой, а не тем, чем ты занимался. Что ж, начнем производство диодов потихонечку. Да, мало, конечно, времени, места, но... Почему бы нет? Почему бы не... И начать подстройку диодов. Тем более, что ребята вроде должны довольно быстро добывать все это дело. И довольно быстро убивать гидру, что определенно тоже классно. Я бы здесь тоже построил две пушки. Для чего я сделал пушки? Ну, на тот случай, если сюда, не знаю, пролетит мута, она хоть как-то разлетится, а не просто будет нас уничтожать. Нам в идеале нужно построить еще двух храмовников. Вот, видите, о чем я говорил? Вот разлетается все-таки, а не мои здания. И это плюс. Так. Что я хочу? Что я хочу? Мне нужно взять пробку. Я сказал взять пробку. Отлично. И построить здесь... Где он у нас? Храм храмовников. Окей. Для него нам нужна вот эта штука. Попутно заказываем гриды на атаку. И заказываем гриды на щиты. И попутно нам после этой постройки нужно будет, по-моему, цитадель Аудуна. Окей, по-моему, вот она как раз, да, Аудуна. Сейчас мы ее поставим, и будет нам счастье, так сказать. Так, долго там еще? Уже почти. Ее потом... Соответственно, архивы храмовников. Ну и сделать хотя бы, не знаю, два шарика. Это довольно дорогостоящий процесс на самом деле, но... Как говорится, а что нам делать-то, собственно? У нас особых выборов нету. У нас нет особого выбора. И, соответственно, архивы храмовников. И тогда мы сможем строить храмовников. А это просто офигенные ребята.
Если у нас делается улучшение, замечательно. А здесь мы можем подстраивать еще там несколько зилотов, пока что у нас делается улучшение. Плюс, я не знаю, давайте прокачаем грейд драгунам на дальность, хотя у нас всего 4 драгуна, но почему бы и нет? Пока что будет все хорошо. И... давай, цитадель Адуна! Отлично. Отлично. Цитадель достроилась. О, да. О, да. Вот теперь мы повеселимся. Вот теперь у нас не просто зелки, а будет фаст зелки. Быстрые, веселые и все такое. Ладно, в общем, у нас здесь есть Тассадар. Есть Джим Рейнер. И этих двоих ребят мы должны, как я уже сказал, довести вот сюда. Здесь у нас висит мута. Я предполагаю, что где-то здесь что-нибудь еще есть. Чем дольше будем выходить, скорее всего, тем больше врагов нам будет противостоять. Но надо как-то с этим делом будет справиться. Ладно, ладно, ничего страшного. Я думаю, мы справимся. Значит, будет как раз грейд заканчиваться. Так, способность высшего храмовника и энергии высшего храмовника. Нет, нам не нужно... нам с вами не нужно, чтобы у нас было много энергии у храмовников. Это не имеет никакого особого значения. Ах ты ж крыса. Ах ты ж крыса. О, видали, да? Вон они. Я был прав, что снизу будет много народу. Хотя это еще немного народу на самом деле. Вот, у нас усовершенствование не завершено. Можно клинки второго уровня начать делать. Щиты тоже. Щиты тоже, как только у нас будет достаточно газа виспена. Кто-то даже до минок не успевает добегать. Это замечательно. Вот у нас теперь есть быстрые ножки. Мы ждем выхода еще нескольких храмовников. Ну, в данном случае еще одного, чтобы слиться в шарик. И еще двоих, чтобы слить еще один шарик. Вот как-то так вот все это происходит. Вот он. Раз, хоп, слиться в Архонта. Братья, сливайтесь. Кабум. Замечательно. Очень сильные ребята, очень сильные. Но нам пока что не хватает, правда, на улучшение щитов. Зато хватает на улучшение обычной брони. Пригодится для зелков. Потому что для Архонтов, конечно, нужно... именно щиты улучшать. Для обычных юнитов нужно улучшать все-таки обычные щиты. Ну, для драгунов, по-моему, кстати, тоже. Да, у них больше здоровья. И для зелков. Вот для них пригождаются обычные щиты. Для всех остальных идут в основном, по-моему, как раз таки щиты. В общем, вы меня поняли, о чем я. Ладно. У нас зелки теперь с быстрыми ножками, по-моему. Они довольно шустрые. Сливаем еще одного. Давайте, слейтесь воедино, братья. Отлично. Там у нас три архонта. Это Джимми. Итак, вы спросите, почему я сейчас не строю дополнительные гиты? Я хочу попробовать сделать вот так, смотрите. Мы вот сюда вот дойдем. И вот здесь попробуем поставить гиты. Давайте как раз возьмем с собой вот этих ребят и попробуем пройти вот сюда. Есть здесь кто-нибудь? Давайте, чтобы они друг от друга особо не отставали. О, здесь много гидры. Сейчас мы ее будем разбирать. Отлично. Минус один архонт сейчас походу будет. Так, здесь все хорошо. Вот у нас здесь есть Квина. Сейчас мы ее убьем. Квина куда-то там улетела. Ну ладно. Так, теперь вниз спускаемся. Видим, что здесь тоже дохрена народ. Здесь есть один большой очень чувачело. Давайте минус 7. Отлично.
Я, конечно, потерял некоторое количество наших ребят, но этого вполне достаточно, чтобы у меня все было хорошо. Вот, на кого-то даже минка сработала. Отлично. И давайте забираем с собой. Хотя, достаточно одной пробки. А второй не обязательно. А ты, минерал отдай, дура. Отдай минерал. Спасибо. Теперь что мы будем делать? Все очень просто. Все просто великолепно. Делаем вот так. Ждем. Как бы. И продвигаем сюда наших ребят. Пока есть такая возможность. Здесь никого все равно нету. У нас уничтожили пушку. Это не есть хорошо, но это терпимо. Давайте мы установим пушку. Еще одну. Еще одну. Еще одну. Отлично. И продолжим добычу. Итак, что я хочу сейчас сделать? Я, помимо, хочу вот этого веселого улучшения сделать вот здесь вот базу. Ну, как бы что, в принципе, логично. Вот у нас подстроилась как раз, и мы делаем здесь гейты. Прямо вот тут. Прям вот тут. БГ, еще один раз, и гейты. Впилим куда-нибудь вот сюда еще пилончик. И сделаем одну пушку так, на всякий случай. И вторую пушку так, на всякий случай. Мало ли что. По минералам пока что неплохо все. И, в принципе, ты можешь идти добывать обратно все это дело. И мне уже здесь больше как таковой не нужен. А вот теперь будем делать производство зелков ускоренное. Потому что нам нужно как можно больше этих ребят. Чем их больше, тем лучше. Тем круче. Ну, естественно, главное, чтобы мы не прогадили архонтов. Потому что архонты очень крутые, очень веселые. И, в общем-то, очень нам нужны. Поэтому архонтов прогадить никак нельзя. Никак нельзя, никак не позволительно. Видим кучу малявок, видим бедную минку, которая пытается уже какой раз подряд выкопаться просто. Не, нифига не получается. Кстати, вот отсюда мы можем подзаказывать, например, вот так вот. Если нам понадобятся архонты. Ладно. А почему ты не выбрался? Окей, давайте пробуем вперед пройтись. Ах ты, крыса. Эй, атакуй. Что ты творишь? Отлично. Теперь у меня эта армия под контролем. Теперь у меня эта армия под контролем. Все, зашибись. Что там атаковано? Да здесь вроде все нормально. Да здесь вроде все нормально. Как бы этих пушек должно хватить. Поэтому все, все отлично. А что мне нужно? Мне нужен архонт. Еще один архонт. Еще один архонт. Конечно, далеко оттуда их посылать. Да ладно. Давайте поглядим, что у нас есть впереди. Выделим здоровяков. Давайте, здоровяки. О, там один даже уже почти восстановился. И мы нападаем потихонечку. Смотрим, что здесь есть. О, как здесь много муты. Мути будет больно. Мути будет очень больно. Это все-таки одного архонта нам убили. Там было реально много муты. Давайте убиваем вот здесь вот. Эту гадость мелкую. Точнее, убираем ее отсюда. И просто доводим наших ребят, всех остальных сюда. Я думаю, хватит. Ну, вы, кстати, можете, братья, слиться. Воедино, так сказать. Просто ради фана.
Все, миссия, собственно, завершена, по идее. То, что нам нужно просто довести Джима Рейнера и довести еще одного замечательного Тассадара сюда. Отлично. Давай, Джимми. Ха, минус квина, тупая тварь. Ибо нефиг. Вот, архонты — это просто дебалансные существа. И это классно. Благодарю, палач. Теперь нам нужно скорее найти Зератула. И вот, собственно, миссия окончена. Всем спасибо за внимание и пока-пока.